Доброе утро, друзья. Мы вот ночевали вот в таком прекрасном месте. Абсолютно неожиданно мы здесь оказались. Поскольку вчера довольно поздно было уже искать место. Тем более мы еще в этой пограничной зоне долбанной. Вот. Я принял решение обратиться к своим друзьям. Ну так, на удачу, как говорится, получится, получится, нет, нет. Ну и, собственно, мы оказались на территории вот этого будущего офигенного такого гостевого комплекса «Лосиная долина», ПАИД. Сами видите красивые немецкие строения. На самом деле это был охотничий, еще один охотничий, так скажем, дом начала постройки прошлого века. Точнее, начала прошлого века постройки. Немножко с просони торможу. Вот. Ну и, в общем, сейчас здесь проходит полная реставрация всего этого. Здесь уже гостевой дом на 7 номеров, души, бани, все там. Ну, а в самом доме еще идет стройка глобальная. Ну и территория еще, конечно, тоже в процессе облагораживания. Вот, поэтому... Но место абсолютно прекрасное. Это действительно Лосиная долина, потому что мы находимся глубоко в лесах. Вокруг только лоси и прочие дикие звери. Поэтому здесь очень круто. А тишина здесь невероятная стоит просто. Просто невероятная. Теперь пару слов о быте. Как обычно, самое сложное – это первая ночевка. Ну, у нас, по крайней мере, будучи уже довольно опытными, первая ночевка – это всегда довольно сложно. Потому что еще пока не сформировалось... Здрасте, сыночек. Ты в Лего играешь? Да. Пока еще не сформировалась четко выверенная история с тем, где какие вещи находятся, где куда что перекладываем, когда готовимся к ночевке. Ну и, соответственно, в машине обычно вот такой лютый адский бардак. Ну, особенно этот бардак, конечно, спереди, потому что все вещи сзади уходят наперед. Вот. Ну, мы с сыном прекрасно поспали сверху, уже сложил кровать. Вот, сейчас сын, он чилит внизу. Наши девочки пошли в баню мыться, принимать душ. Ну, а мы сейчас будем потихонечку машину трансформировать назад в средство передвижения. Вот, вот это самый нелюбимый мой процесс. Это машину готовить ко сну, а потом ее утром готовить к поездке. Но что делать, тут вариантов других нет. А так это выглядит примерно вот так. Но, как правило, это первая ночь. Первая ночь, первая ночевка, точнее, это всегда немножко геморройно, потому что еще ты в просрации находишься. Но ничего, обычно это уже ко второй ночевке проходит. Я надеюсь, так и будет сегодня. Вот, погода вроде бы пока благоволит, хотя ночью поливал дождь, довольно приличный. Ну все, будем собираться, завтракать и дальше отправляться в путь. У нас еще много чего в планах. Так, ну пару слов об имеющейся инфраструктуре. Значит, небольшая детская площадка, кстати, довольно неплохая, дочка уже заценила. Далее, я считаю, одно из ключевых в этой местности наличие квадроциклов, потому что здесь есть куда прокатиться. Собственно, сейчас в данный момент тут пара гостей вот уехала на двух квадриках. По маршруту, маршрут порядка 40 километров здесь. Так их всего 6 штук здесь в наличии есть. Вот, далее велосипеды. На великах тоже есть где покататься. Ну, не по лесам, конечно, но по дорогам местным тут можно покататься. Офигенный банный комплекс, который я подсниму чуть-чуть позже внутри. Он классный довольно-таки. Ну, как говорил уже, вот это гостевой дом на данный момент основной. Ну и... Байдарки, естественно, байдарки обязательно, поскольку здесь по лесам идут вот такие каналы и реки, вот, все вот это вот, и прямо туда вглубь леса, очень классно покататься, но единственное, да, сейчас, конечно, вот эта ряска, по ней довольно тяжело идти, но гости, вот говорят, с которыми мы общались, которые сейчас здесь проживают, они говорят, что вчера ходили на байдарке, очень даже норм, ну, тяжеловато, да, грести, но... Что поделаешь? Конечно, тут надо выбирать период времени, когда ряски нет. Ну, желательно выбирать такой период. Вот. Стартовая площадка, кстати, вот
Ну и здесь вот, собственно, по лесам. Представляете, да, какая красота, когда здесь это просто вода, и походить по этим всем местам. Вот. Ну, собственно, вот основное такие виды развлечений, которые здесь есть. Ну и вдоль канала идет вот такая вот набережная, которая тоже, на которой можно будет посидеть, почилить. Мы сейчас по ней тоже пройдемся, посмотрим. Ой, какой запах здесь, вам просто не передать. Просто не передать. Просто фантастика. Так пахнет лесом, разноцветиями какими-то, цветами. А вот, кстати, здесь небольшой кусочек чистый, без ряски. И вон, видите, я не знаю, видно, не видно, вон туда вглубь идет эта река по лесу среди огромных деревьев. Ну и, собственно, здесь то же самое. И вот она пошла туда и примыкает к реке. Конечно, очень хочется уже поскорее, чтобы здесь вот уже территория вся была облагорожена. Прям не хватает, как говорится, вот этой красивой картинки, которая здесь будет, которую я вижу, но пока еще вот до нее какое-то время. Потому что стройка еще идет и идет. Вот. А, ну здесь тоже еще настил не до конца доделан. Ну вот будет такая набережная вдоль вот этой речки. Ну то есть это не речка, это канал, который вот там дальше за мостом. Вот там мост автомобильный. Вот за мостом оно вроде впадает в речку. Вот. Ну, а с этой стороны тоже здание очень красивое. Прям такой типичный охотничий дом того времени. Класс. Так, ну и теперь пару слов чуть подробнее о баньке. Банька, ну понятно, раздевалка, туалет. Самое главное, конечно, здесь. Ну такой вот банкетный зал, скажем так. Самое главное, парилка. Так, свет в парилке включается. Сейчас посмотрим, где. А, вот. Все, вот весь свет я включил. Вот такая парилочка, весьма вместительная. Прямо сюда хорошей компанией можно заехать. Ой, блин, запах какой обалденный здесь. А здесь у нас что? А, это техническое помещение. Душ. Душевая. Вот такая здесь сделана опрокидывалка, это с водой. Так, а здесь что? А, еще один душ. Ну, логично. Вот. И что мне очень понравилось, это наличие вот такой террасы закрытой, видите, с большим чаном. Ну, то есть это, нет, это не чан, это такой мини-бассейн, как бы, вот, который тоже, естественно, подогревается вот печкой. И вот таких две бани, они друг от друга отделены, и, соответственно, на этой террасе можно проводить время компании после посиделок. Ой, кому я рассказываю? Вы все и без меня знаете. Ну вот. Так что вот так вот классно здесь. И банька хорошая, прям качественная. Запах какой. Фантастика. Мы в своем репертуаре. Время 11:30 дня. И мы только-только собрались и выехали. Прям минуту назад. Такие вот. Красивые, помытые. Да, намылись, начистились, назавтракались. В общем, все шикарно. Огромное спасибо нашим... как это, нашим друзьям, кто нас приютил. Потому что, конечно, вчера было уже очень поздно искать какой-то ночлег нам, тем более в незнакомой местности. Так что сейчас мы отправляемся дальше посмотреть, что здесь вокруг еще чего интересного, и уже будем двигать в другую часть области, скажем так, в самую северо-восточную часть, в самый угол туда. Вот. Ну и по пути, естественно, будет много чего интересного, я надеюсь. Видите этот блеск? Вот вы не ослепли? Да, от сияния ослепли все. Все, погнали. На самом деле, дорога вот здесь довольно узкая. Она хорошая, но узкая. И здесь гнать вообще нежелательно, потому что здесь реально ходят лоси повсеместно. И они могут выскочить в самый неподходящий момент. Поэтому я предпочитаю на таких дорогах ехать максимально медленно. Спешить некуда. Безопасность превыше всего. А так, конечно, здесь прекрасно. Мы въезжаем в поселок Причалы. Причалы – один из таких довольно уединенных, отдаленных поселков нашей области.
Это был чисто рыбацкий поселок и у немцев. Ну, собственно, как и вся эта местность здесь. Охота, рыбалка. Вот. Ну и здесь, собственно, поселок такой совсем небольшой. Был рыбколхоз. Не знаю, есть ли сейчас здесь какая-то именно в плюс-минус промышленном масштабе добыча рыбы. Вот, по-моему, кстати, вот территория рыбколхоза здесь была. Вот. А сейчас такой небольшой поселочек совсем. И, ну, тоже люди, наверное... Честно, у меня, конечно, вопрос, чем люди занимаются в столь отдаленных поселках. Но чем-то занимаются, раз жизнь здесь есть, жизнь идет, жизнь кипит. Поэтому вот баркас какой-то старенький стоит. Они кайфуют, кайфуют. Тут на тот берег есть мост. Вот такой. Выглядит он максимально стрёмно. Досочки на нем такие. Давайте, ладно, пойти, сейчас прыгать. Будем преодолевать. Это было страшновато, если честно. Страшно. Не, на самом деле, не столь страшно. Там я увидел, просто сейчас, когда пересекал, там торчат гвозди прям, ну, шляпками вверх. Прям, там прям торчат. Стали подниматься вот так. Ну да, да, да. Блин, жесть. Сейчас еще назад надо проехать. Так, ладно, раз мы уже переехали на эту сторону, проедем, посмотрим, как здесь живут люди. Ну, все выглядит так. Репортаж для Первого канала. Да. Не знаю, для кого канала, но довольно все скромненько, скажем так. Ух ты, что это такое? Сельская библиотека, сельский клуб. Офигеть. Интересно, он действующий? Я думаю, что да. Ага, ну, видимо, да. Смотрите, курица. Курица, ух ты! Ну, это типичный немецкий такой рыбацкий поселок. Вдоль воды сарайчики, где люди занимались лодками, рыбой и так далее. А с этой стороны улицы, получается, жилые дома. Да, у людей тут прям... Не, я, честно говоря, дачку бы здесь было бы, не, наверное, не против иметь. Завтрак на природе, ой, ну роскошно. Да... Не, выглядит на самом деле... О, смотри, ой, какой дом. Ну, просто офигенный. Просто офигительный дом. А цветов сколько вокруг. Мамочки родные. Это же просто прелесть. Прям... Офигенно. А у них там река с той стороны? Что? Офигенно. Не, река справа. А мы там? Продолжаем движение по поселку. И тут посмотрите, как колоритно все выглядит. Но мне очень понравилась вот эта колонка. Колонка, походу, еще немецкая даже. И, вероятно, даже действующая. Классно, я таких не видел. Очень прикольная. Вот так люди проходят под рекой. Прикольно, я не знал, что под этим мостом можно пройти. И по буне, по этой, раз. Сейчас мотор раз, поднялся и пошел дальше. Прикольно, прикольно, классно, вообще. Вот мне сейчас рассказали, что, оказывается, здесь в причалах будет... тот самый хаб, который будет людей с этой части области перенаправлять на косу, да, будет ходить? Да, 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 в рыбачий. В рыбачий, да, на косу. Об этом уже говорилось уже неоднократно, что будет такое место. Оказывается, это вот здесь в причалах будет, поэтому здесь сейчас идет активное приведение в порядок русла реки, канала и так далее. Поэтому круто. Мы сюда еще вернемся, проверим, проинспектируем все это дело. Так, все, машина сзади едет, надо освобождать место.
Все, спасибо за информацию. Да, счастливо. Да. Вот такие хорошие люди здесь живут и работают. Это прекрасно. Дай бог, когда здесь начнется вся эта движуха, поселок немножечко оживет. Потому что здесь, конечно, сейчас грустновато. Вот. И вот этот баркас здесь стоит уже 100 лет, кстати. И что важно, мне сейчас он сказал, что, оказывается, рыбколхоз действующий. И там, он видно, все стоят кораблики, все покрашенные, все действующие, ходят, рыбку ловят. Так что это прекрасно. Ну, а мы отправляемся дальше. Уезжаем из причалов. Мы все-таки в поселке Ясное. Хочу немножечко посмотреть, что здесь происходит. А здесь не происходит ничего. Вот недавно, например, здесь отреставрировали, привели в порядок вот этот вот исторический столб с часами, с фонарями некогда. Ну, я так понимаю, плафонов здесь никаких не предусмотрено. Восстановили вокруг кладку, столбики поставили. Ну, вот уже какой-то... Какие-то представители, не знаю, местной, не местной элиты. Уже видите, вот так все здесь выглядит. Все попереломано, все посломано. Все, то есть вот здесь были какие-то шарики вот такие вот сверху. Вот. Ну, уже ничего практически на всех столбах ничего не осталось. Ну, а здесь вот и здесь что-то вот произошло, не знаю что. Здесь и позавалили вот пару столбиков. Короче... Ничего хорошего в Ясном не происходит. Кирху, смотрю, что-то там делают, все-таки какие-то движения там есть. Уже 100 лет тут ее пытаются реставрировать. Ну, довольно много, несколько лет тут уже как начали, 2, может, года 3 назад. Ну, как-то работы идут очень медленно, судя по всему. Вот, но идут. Отдать должное, идут, вон рабочие там наверху, с крышей что-то возятся, что-то занимаются. То есть какие-то работы ведутся. Вполне вероятно, что хотят, может быть, до зимы укрыть крышу хотя бы, что было бы хотя бы уже неплохо. Ну, а все остальное вокруг здесь все по-прежнему. Ничего не изменилось, лучше здесь не стало. Как был тлен, так и остался. К большому моему сожалению, при том, что это был город, один из, наверное, красивейших в этой части области, в этой части Восточной Пруссии. Что я могу сказать? Все-таки вот в эту часть области, в район поселка Ясное и туда дальше, Мысовка и так далее, пока с точки зрения какого-то глобального туризма ехать, конечно, нет смысла. Ну и тут есть очевидные и понятные на то причины. Вот. Единственное, что сюда может, конечно, манить людей, это гостевой дом ПАИД, который, в принципе, компенсирует отсутствие здесь всего, всей инфраструктуры. Там и детская площадка, и баня, и сапы, и река. Да, то есть там прям все, хорошо. Все, что ты просто есть... можешь приехать, и тебя там везде повозят, на квадриках, да. На байдарках. Ну, то есть, да, вот, к сожалению, с точки зрения нормального развития, я что имею в виду, что конкуренции пока у гостевого дома ПАИД в этой части области нет. Вообще. Ну, и вообще, как бы, да. Ну, и там круто. Да, и там круто. Вот, ну а дальше что? Дальше отправляемся мы в другую часть области, на самый-самый северо-восток. Посмотрим, как обстоят дела там, хотя я предполагаю, до определенного места там есть, что есть еще жизнь, а вот там после определенного места уже маловероятно. Вот, поэтому едем в сторону пока Советска, ну и далее. Я хочу кушать. И кушать уже хочется, да. Ну, наверное, сейчас будем где-то искать место для привала. Да. Друзья мои, мы доехали до Славска. Что хочу заметить. Вот эту кирху в Славске начали реставрировать несколько лет назад, но по каким-то там непонятным причинам реставрация немножечко тут вся затянулась, остановилась, долгое время стояла. Но я сейчас... есть приятный момент.
Сейчас увидел, что тут начали возобновились работы. Но там уже есть рабочие на территории. Техника заработала. Вот. Ну и, собственно, все сдвинулось с мертвой точки. А так, конечно, Кирха одна из самых, я считаю, тоже красивых в нашей области. И она достойна того, чтобы ее привести в порядок. Собственно, что и началось. Потому что довольно долго уже она стояла без действий. Наверное, год-два точно. Ну, года два, наверное, точно. Может быть, чуть больше тоже. Поэтому вот так вот. Вот, другой момент. Ну, в Славске еще есть тут достопримечательность, до которой мы сейчас, наверное, доедем. Вот, и хочу вот показать. Здесь такой небольшой сквер возле кирхи. И здесь местный житель, ну, я не знаю, местный, не местный, или он здесь рядом где-то живет, он делает вот такие вот все поделки из подков. То есть это все немецкие старые подковы. И все фигуры в этом парке сделаны из подков. Выглядит довольно круто. То есть прям, посмотрите, орел какой офигенный. То есть все-все из подков и из частей подков. Вон бобер здоровенный, стая волков. Офигенная вон какая, видите, с волчонком. То есть все-все-все сделано из подков. И там еще вон олени, косули, кабаны. Кто там еще, не вижу. Короче, много всяких поделок. И все сделано из подков. И выглядит это, ну, довольно круто, я считаю. Спасибо, Досенька. Не ешьте желуди. Спасибо, Дося. Ну вот, видите, олень какой красивый тут. Смотри, где папа? Да, Дося, вылитый папа. Вылитый папа. Вот он, кабанчик вот этот. Вставай в такую же позу. Блин, классно, видишь, все из подков сделано. Это же надо, прикинь, а это все надо... Мне нравится, как рога, вон там острые из подков. Да. Знаешь, как клево? Не, прикинь, какая-то работа. Вот это все собирать, угнуть, подгинать, придавать форму. Дочь, тебе нравится? Доча? Тём, не надо лезть туда. Не понимаю, скажи. Тём, не надо залазить. Классно, в общем, круто. И особенно я рад возобновлению работы с киркой. Это прекрасно. Так, пока оставил желток на зарядке, пускай заряжается. И мы приехали в довольно такую востребованную некогда у немцев туристическую точку. Это бассейн с минеральной водой. Разные мнения ходят. Кто-то утверждает, что это реально минеральный бассейн. Я также слышал мнение, что это придуманная история, что это нифига не минеральный бассейн. Не знаю, кому верить, но мне нравится идея с минеральным бассейном. Вот, такой городской бассейн был при немце. Ветер, холодно. Слушай, ну да, ветерок, как-то жары нет. Не, ну пускай он искупается. Вон там есть пляжик вот такой, вот типа, пускай искупается. Вот. Ну слушай, нормально так набрали воды. Прям он такой довольно глубокий. Ну что, народ он купается, что? Водичка нормальная. Не, я имею в виду чистенько вообще, так классно. Здесь вот и есть пляжик такой для, скажем, детей и тех, кто не хочет на глубину, потому что здесь довольно глубоко. Так, ну что, Тёмыч пошел окунаться в минеральный источник. Как-то холодно. Прохладненько? Да. Давай уже, чё. Считай до трех. Раз. Давай. Два. И три. Чё, холодно? Холодная вода, да. Ну, конечно. Да еще на улице жары нет, блин, тоже зараза такая. Блин, у меня телефон был в кармане. Да ты что, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ну и остался ты без телефона. Это кроль. Это не брас. Давай. Давай брасом. Брасом. Вот так водишь в бассейн столько лет, столько денег, ага. А потом... Просто. Я хочу, чтобы ты смотрел на мастерство собачки. Да. Ой, кайф. Уже прям хорошо. Уже прям хорошо. Доплыл, видишь. Слушайте, ну вообще прекрасно, конечно. Очень рекомендую, кто приедет в Славск. Водичка просто супер. Я первый раз купался в этом бассейне уличном. Это прям прекрасно. Тём, тебе понравилось? Да. Вот, машина наша зарядилась, получила свои 220 миллионов тысяч вольт. Вот, ну и сейчас мы едем далее.
Смотри, какая ты красивая, посмотри. Иди сюда. Ой, ой. Ой, какая красавица. Как многие калининградцы знают, под Славском есть женский монастырь. И на территории женского монастыря здесь есть птичник. Довольно такой большой, обширный, с разными птицами. Подожди, а это не здесь я ела лет 10 назад, там лето страусиных яиц? Ну, естественно, здесь страусиная ферма. Вот, и вот сейчас мы заехали, чтобы посмотреть птичек и заодно, наверное, поесть. Страусиных яиц. Страусиных яиц, да. Вот, это все птичники, птичники. Молодец. Ничего себе, я здесь давно не был, вот этого здесь столько не было. Это гриф? А, это мужчина. Гриф мужчина, да. Вот. Короче, сейчас пойдем посмотрим все это дело. Итак, парк птиц Елисаветинский. Не путать с Елизаветинским. Иду, родная, иду. Иду за тобой. Так, бесплатный вход для взрослых и детей. Дорогие друзья, питомцы нашего парка очень дружелюбны и рады вашему тра-та-та. Для денежных пожертвований, для денежных пожертвований. Сейчас будем уходить, что-нибудь пожертвуем, естественно. Пальцы не сухать. Дочь, смотри. Так, крайне вредно для всех животных. Следующие продукты, чипсы, сухарики, та-та-та. Нет, кормить мы никого не будем, конечно, ничем. Курочки. Ко-ко-ко. Скажи, ко-ко-ко. Ох, какие. Ой, это ободранный весь какой-то. Не, это прям... линяет. А, ну, видимо, да, наверное. И это вообще-то курица. Мам, пойдем искать что-нибудь эксклюзивное прям такое. Пальцы, пальцы. Это он издает? Да. Горловое у него такое. Это страусы и есть. У них, вон, смотри, у них тут этот самый загончик такой, большой вольер, выход вон. Офигеть. На площадку. Отойди, отойди, отойди. Подожди, я фокус беру. А вот они здесь тусуются сейчас, под крышей спрятались. Слушай, просто птеродактили огромные. Мам, пойдемте дальше. А, слушай, правда, лебедь, только почему-то у него... Клюв какой-то, да. Клюв желтый. Необычный. Черепашка торчит. Ага, точно, да. И вон рыбка. А, это черепаха плывет, да? А кто это плывет? А, это рыба это такая огромная. Нифига себе. Смотри, вот рядом с лебедем. Я вижу, вижу, да. Ничего себе. Как-то. Эй, черепахи вон плавают, ну. Смотри, а вон, смотри, привет, сколько черепах. Вон голов сколько торчит. Смотри, да, раз, да, два, три, четыре, пять, шесть. Все в черепахах. Ничего привет, себе, ты машешь, нормально. Да? Тусовочка. И эти очень крупные какие-то рыбы там внизу. Привет, дружок! Привет! Ты чего раскричался? Ой! Ты чего раскричался? Ой! Как делает барашек? Бе, да, дочь? Бе. Нельзя сувать. Да не, ему пальцы не интересны. Этому пальцы не нужны. Маленький, шерстяной. Не надо, не надо. Да, пускай она погладит, он же такой мягенький. Ага. Бе. Бе. Да, я его покормлю. На. Вообще просили их ничем не кормить. Да травой можно. Да не, ну это же травка. Там же написано, никакой едой не кормить. Здесь так интересно, просто аисты тусуются вот здесь. Просто вот здесь стоят. И не улетают, а просто вон у них здесь тусовочка такая. Смотри, прикольно. Очень интересно. Так, ну мы решили прийти в местную трапезную. Вот, чтобы меню. Поесть. Потому что... Ой, потому будешь что, супчик кушать? Лень готовить опять. Зачем готовить, когда есть готовая будешь вкусная супчик? Еда под рукой? Собственно, вот Чё? Так вот. Чё? А да, такое здесь такое прям все это сам монументальное. А, соленое. Прикольно. Снаружи не так выглядит. Сейчас купим. Так, ну что, мы поели и обнаружили здесь вот такую площадку для взрослых. Смотрите, вон там вот такая качель, как раньше в парках аттракционов было. А вот здесь просто... Да, а здесь просто лютейшая горка вот с таким вот углом просто вон там. Как в аквапарках в турецких, не знаю, там просто вот так вниз. Короче, Артем не решился. А потом из взрослых еще вот такая большая карусель.
И вот такая вот карусель-виселица. Вот. Вот это да, вообще норм. Ну и качель тоже нормуль. А вот, блин, горка, конечно, очень внушает. Не внушает доверия. Упал, когда мы вниз едем. Вверх. Вниз. Упал! Оля, пернула. Смотри, как они катаются. Смотри, снимай, снимай. Это она снимает сейчас? Поехали. Включи запись. Да, там включу. Пап, обязательно вставь это. Это ж такой мем. Смотри, глазки строят. Так, нас тут павлин встречает вот так. Красавец какой, ой, какой красивый. Ты, конечно, хорош, гусь. Весьма хорош. А остальные с опущенными хвостами. А самочки беленькие вон там. А, подожди, нет, самочка вот серая сидит. Вот эта самочка. А то белые-белые павлины, по-моему. Ну, этот прям весьма хорош. Очень хороший. Так, ну что, мы приехали в прекрасный город Советск, он же Тильзит. Сейчас здесь немножечко проведем какое-то время, прогуляемся, что-то поделаем, заедем в магазин. А какой магазин? Магазин в Спар. А, нет, не в Гуччи и Версачи. Я думала, в магазин. Нет, просто в Спарчик заедем. Ясно. Вот. А ну, в общем, что? Кофе. Кофе, может, и кофе где-то возьмем. О, сейчас на центральной площади в трамвайчике возьмем кофе. Вау, да. Да. Блин, ну, не могу понять, что я в Советске, а не в Черняховске. А здесь глючит. Здесь вот такие красивые домики. Здесь вообще хорошо в Советске. Но не везде. Есть вопросики в целом. Ну что, запарковались прямо возле пешеходной улицы. Сейчас пойдем чуть пройдемся, пойдем попьем кофе вон в трамвайчике. И пока планов никаких. У нас все очень спонтанно в этой поездке, как, собственно, и во всех остальных. Мы сейчас что-то делаем, потом что-то делаем еще, и потом еще едем куда-то, куда-то потом еще. В общем, все вот так у нас и происходит. У нас классический маршрут. Вышли на набережную посмотреть на прекраснейший, красивейший мост Королевы Луизы, посмотреть на Литву. Вот для тех, кто не знает, вот тот берег – это Литва. Ну, а здесь мост Королевы Луизы, который Лободина. Сейчас на сегодняшний день функционирует только лишь как пешеходный, то есть по нему нельзя на машинах проезжать, но пешком люди ходят. А ходят кто? Либо литовцы, либо люди, у кого двойное гражданство, условно говоря. Вот. Потому что по шенгенской обычной визе пройти нельзя на сегодняшний день. Ой, балкон класс. Июль 24 года. Вот. Так, смотри, что, балкончик. Так... Да, вот такой балкончик симпатичный сохранился тут. Исторический. В общем, пока гуляем. Реставрацию, да, делают этого. Да, эту арку уже года три делают. Да, что-то типа. Типа делают, не знаю. Так, ну быть советский и не заехать к моим друзьям на пивоварню Тильзит Крона, это, конечно, как говорится, грех. Сейчас пойдем купим пивка себе на вечер. А может и не только пивка, а может и какой-нибудь квас или лимонад. Пей пиво! Значит, друзья мои, кто не знает, пивоварни Тильзит Кроны. Вы вот, много потеряли, потому что пиво прекрасное. Есть бутылка. Ой, у них лимонады, да, есть. Да, лимонады есть. Ну и, соответственно, разливное. Если я не путаю, по-моему, 9 или 10 наименований напитков. А мы сейчас посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Ну, с лимонадами, с квасом. А из безалкогольным пивом вот 13 наименований. Так что, кстати, одно из лучших безалкогольных пив, которое я пил, которое похоже на пиво, а не на мочу какую-то. Вот, называется оно «Параграф 77».
безалкогольная. Вот. Друзья мои, как вы можете понимать, особенно те, кто немножко знает Калининградскую область, мы сегодня остановились, точнее, нас снова приютили наши друзья, пришлось опять включить свой административно-дружеский ресурс. И, мы не напрашивались на самом деле, мы хотели встать вон там вот. Но хозяин прекрасного хутора пасечника Иван говорит: Андрей, зачем вам это надо, вставайте у нас. Естественно, мы не могли не воспользоваться таким предложением. Это же просто прекрасно. Мы вот здесь разместились. Он вообще предлагал встать прямо там. Но я понимаю, что это абсолютно глупо вставать там. И мы встали вот так вот сбоку от будущего гостиничного домика. Вот. Сейчас, как всегда, самая боль – это подготовка к ночевке. Вот. У нас даже появилась мысль остановиться сегодня, типа, пофиг, давай снимем номер. И остановимся в одном из домиков. А все занято, все полностью, все номера в гостинице, домики, все занято. Там есть один афрейм свободный маленький, так нам проще в домике, в своем афрейме, вот в этом, тогда переночевать. Вот, поэтому такие вот дела. Ну, а дочь по-прежнему папу зовет. Папа! Папа, да, моя папа, папа! Папуасик мой! Француженка моя. Да. В общем, готовимся. Нина готовит, точнее, моет лисички. А я готовлю машину к ночевке. Сейчас будем готовить вкусную еду. В общем, все прекрасно. Еще у нас есть арбуз. Как же мы без арбуза? Так что вот такой у нас маленький кемпинг тут получился. Мама на разливе пива. Прекрасный вечер. Что мы едим сегодня, мам, расскажи. У нас лисички, картошка. Лисички, картошка, мясо, пиво, квас у детей, у некоторых. В общем, прекрасно. И гирлянда вот такая с бусиками у нас. Шикарно. Еще сегодня мы видели мышку. Да, и у нас тут мышка бегала. Блин, так вкусно, я не хочу вообще ничего говорить. Все, я тоже, короче, все, хватит.